Добрый вечер, город Санкт-Петербург!
Поначалу казалось, что на концерт пришел никто. Вот, что в городе бубонная чума. В Питере разучились хуевать и угорать по року, но я смотрю, вроде бы все не так плохо. Я правильно понимаю? Отлично. Мы сейчас исполним композицию, которую вы никогда не слышали. В этом городе никогда вообще ни разу. Никогда не... Да, ну да, вот есть люди, которые уже, наверное, слышали. Это наша совершенно новая композиция, если бы речь шла про 2012 год. No!
Спасибо. Вроде жужжит, нормально. Чё? Тут хотя... Вот это я понимаю. Вот, хотелось, так сказать, вот, во-первых, не пизди про Бурундука, это раз. Два, я уже сказал спасибо огромное за то, что вы пришли, так сказать. Мы перед этим сидели такие... Ну, Питер, конечно, Питер, да, наверное, время уже ушло, они уже, наверное, не так будут. Вот, а тут какой-то ад уже начинает происходить с первых песен, наверное, все не зря. Ну и сегодня очень важный день, а отдельную композицию про это мы споем чуть позже. Я надеюсь, вы нам... Я надеюсь... Ой, вы такие прозорливые. Вот, соответственно, мы про это с вами споем чуть позже, так что, как говорит Задорнов, наберите воздуха в легкие. Наберитесь сил, потому что вечер будет... Вам сегодня будет плохо, но недолго. Give everything, everything.
Белкин ничего не снес, не зашиб, никого не убил, там ничего, все нормально, блядь. Вы сами кого угодно убьете, тут вообще просто угораете, как можете. Блядь. Слушайте, правда, серьезно, вообще ничего сказать после такого, надо просто ебашить дальше, вообще прям. Блядь, я даже боюсь представить следующую часть сет-листа, потому что вы убьете. Осторожно, осторожнее друг другу и бережнее. Все, люблю. Маэстро! We'll be right back.
Daddy, daddy, there's a knife in your chest. 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 Нормально как бы, да, пока, да? Пока, ок, да? Силы еще есть? Да, пизда вам! Chance with the up and smile, then I'll touch your hand.
поднялась влага в клубе, что называется, да? Владимир, мне кажется, настало время, перед тем, как перейдем к следующей части нашего концерта, дать мне построить гитару и попиздеть в микрофон, блядь! Я на самом деле хочу поделиться небольшой радостью. А предыдущие два уикенда мы с вот этими замечательными господами зависали вплотную в заперти на темной страшной студии, где писали жутко клевые треки для вас. И для меня было большим открытием узнать, что двигатель творческого процесса вот этих вот замечательных молодых людей — это лютая ненависть. Вот посмотрите на этого молодого человека с басом. Глеб — это олицетворение дружбы, магии, пони, радуги и всего солнечного и светлого. Но на самом деле вы не видели его таким злым никогда. Первый раз он жутко взорвался, и на следующий день он пришел и записал все свои басовые партии просто... Посмотрите на этого молодого человека за барабанами. Игорь, в зале есть твое начальство? Нет. А, отлично. Мне нужно просто продемонстрировать. Вадик — это человек, который периодически входит в состояние берсерка, выкрикивает боевые гимны Вальгалы и идет в путь, вместе вооружившись своими барабанами. Я добавлю много деталей. То есть представьте себе охуительный дубль. Прям оттяжечка, хорошо, все попал. И тут... И последний удар, подожди, блядь, промахивается. И тут... Да, блядь! Более того, мы сняли вот это просто на видео, то есть... Запись стала минут на 30, потому что у всех просто началась истерика. То есть сидит звукорежиссер, как бы он не может, как бы. Ему ворона нахуй сядет, он своей кыш сказать не сможет, потому что он смеется. Да. Вот, и как бы. Вот, так что да. Просто там был дикий ор. Да. Вот. Но мы сегодня отслушали то, что записали, и почти норм. То есть еще чуть-чуточку вот баса добавить, да? Ну вот видишь, с ним очень просто. Чуть-чуть покручиваешь бас, и все, сразу охуенный трек, пацаны. Там я. Владимир, мне кажется, вам стоит сейчас еще что-нибудь сказать, и мы будем готовы ебнуть дальше. Есть про Глеба отличная история насчет прибавить баса. У себя на реп-базе, в общем, так бывает, что когда мы играем, и Глеб начинает себе немножечко подбавлять. Просто всех. В соседней комнате репетирует. А в соседней комнате ансамбль репетируют две девушки, которые играют что-то преджазованное со скрипкой. И они приходят к нам и жалуются. Зачем вы трясете нам стены? Что вы сделаете? Попросите их, чтобы сделали бас потише. Да, вот. У нас есть небольшая... Мы делаем погромче сразу. Да. У нас есть небольшая теория насчет того, что он пытается их присамонить еще раз, но у него не очень получается. Парадидл, пацаны. Нет, считай. Мы эту композицию исполняли много раз хитро выебанно, потому что она заебала, если честно. Вот, но она нам самим все-таки нравится, поэтому мы сейчас исполним в этот раз все нормально. Нормально ведь? Oh,
было хорошо. Спасибо. А чё мы так борзо идём-то, я не понял. О, Вова, по-моему, время настало. Настало время? Сегодня особый день. Мало того, что сегодня 3 сентября, и вы заебали мемасами Шафутинским. Мы первые начали. Да, все заебали. Вот. Подожди. У нас сегодня лизнулся новый трек несколько часов назад. На самом деле это был для нас чистый эксперимент, как бы... Он был сделан практически наспорх. Ну да, короче, ты можешь сделать максимально хуёво? Он такой, да. А потом мы такие, бля, заебись. Короче, вот, Вова долго изучал, как делается саундтрек для игры Doom. Вот, и... Вот. Просто, знаете, спрашивают, типа, вот куча народу меня спросил после московского концерта. Игорь, а вот как вы работаете? Вы же там у себя в Нью-Йорке, они ждут в Москве, как бы Россия. В одни и те же игры играем. Столица Российской Федерации, а вы вот там, как бы они здесь, они там, вы там. Вот, и типа, как же вы работаете? Сейчас вам расскажу. Значит, берется Глеб. Да, вообще да. Вот, значит, берется Глеб, значит, его, значит... Его яйца, которые нам пришлось оставить, к сожалению, на вокзале, потому что они не проходили в ворота, нам пришлось их оставить там. Вот. Берется человек абсолютно сатанински преданный своему делу. Это тоже Глеб. Вот. И ебашит. Вот. Берутся безумно талантливые ребята. Кстати, Санкт-Петербуржец из Мурманска, правда, но... берется Владимир, который просто скинул к нам в комменты... Подожди, брат, ну ёбаный рот. Берется, значит, Владимир, который прислал в комментике песенку, мы такие с Глебом. Нет, мы не говорили, о себе пропало, мы говорили, нихуя себе. И такие, вот, Вова, как жалко, что ты в Питере. Он такой, а я уже в Москве. Вот, и человек, значит, ну, вам нравится, как он на гитаре играет, да? Он меньше года на ней играет. Он ее впервые взял в руки ровно год назад. Впервые взял в руки год назад гитару и уже ебашит так, что я такой... Вот, и берется Вадик. Эти люди абсолютно бешено преданы своему делу. Они репетируют без голоса, без типа моей основной гитары. Они хуя, сейчас потом присылают мне, говорит, Белкин, ну как? Я такой, ну, блядь, конечно, да, но вот это вот. Вот, и мы собачимся несколько месяцев, потом присылаем друг другу демки и такие, норм. Вот, и, короче говоря, так мы и... практически записали сейчас наш альбом. Я не буду говорить, когда он выйдет, потому что... Никогда. Да, он выйдет никогда, я напоминаю, да. Вот, но, честно говоря, то, что мы записали в 14-м тогда, мы такие послушали, блядь, это же ссань какая-то, надо все переделывать. Вот, и мы все переделали, и сейчас у нас у всех ощущение, что это все-таки, наверное, не ссань. Вот, но это реально была ссань. Ну, вы слышали дедлок, мы его сделали так хорошо, вы просто охуете. Вот это дедлок и будет дедлок, да? Вот, просто то, что мы вырезнули год назад, будет звучать как просто ссатая демка, потому что сейчас вот у песни появились такие же большие ячищи, как у Глеба, напоминаю, не на вокзале. Вот. И так как нам нужно уже переступать к музицированию, Владимир, пожалуйста, давайте исполним специальное блюдо для города Санкт-Петербурга. Вместе. Санкт-Петербург, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Продолжайте, пожалуйста, ту же самую. Снова 3 сентября, и ты одна, и я один. Ну что за бля? Санкт-Петербург, я календарь переверну. И снова 3 сентября, ведь было все у нас серьез. 2
сентября. Спасибо. Кстати, Вов, давай по-нормальному, Шуфика. Давай по-нормальному, Шуфика. Ну мы же репетировали это два раза сегодня в поезде. Давайте залом споем. Давайте залом, да, действительно. Только припев, да? Давай. Вы готовы? Потому что вы отлично поете хором, как бы. Мне можно, в принципе, не петь, потому что я такой, а че это тару, блядь? Сейчас, это интро, типа, да? Телефоны, зажигалки, давайте. Билеты в предпродаже, как вот это. 2 сентября. Спасибо. Вот. Эту, да, еще, эту композицию я посвящаю нашему любимому клубу Fish Fabric Nouvelle, которому исполнилось на днях 23 года. Он старше многих из нас. Некоторых. Немногих, но некоторых. Вот. И отдельное спасибо нашему звукорежиссеру Оле, которая просто богиня. Оля, мы тебя любим. Помаши. Мы тебя не видим, но мы тебя любим. Пока я пиздел, я забыл перестроить гитару для следующей композиции. Начинается самая ненавистная часть любого концерта. Эти чуваки, которые приезжают раз в полгода, начали за каким-то хером играть новые песни. А мы хотим старье. Блять, куда я ее настроил? Глеб, выручай, у меня чопы. Новое послушали уже? Кто-нибудь на видосах ВКонтакте, да? Заебись. Слушайте, блядь, вообще пиздец. Там на альбоме? Да. Вообще. На альбоме будет просто космос, блядь. Вы умрете. Поехали, Белкин, давай уже. Да, давай. Я просто так, я прикалываюсь, брат. Ты чё? Нормально, чё заиграем, блядь. Это композиция, которую все уже знают слова, блядь, но мы ее так и не выпустили, блядь. Вообще, просто нонсенс, блядь. Yeah.
After I ran 25 all jail, what's in jail? I always remember how I used to be alive. After I ran 25. Спасибо. Примеры песни в Санкт-Петербурге. В Москве мы уже играли, но просто потому, что раньше был концерт в Москве. То есть мы могли, конечно, вообще не играть в Москве. Я был, к примеру, в Санкт-Петербурге. Но было бы как-то ебово, поэтому... или ебано. Нет, ебово — это хорошо, ебано — это плохо. Русский язык, я забываю, отстал немного. Ебано было, да? Ебово, ебово. Нет, ебано было. Вот эту песню, да? Давайте попробуем. Build the rise in
out when your phone lies. With melt on our hands on a longer chain. We've opened our eyes. No, they cannot step us. No, they cannot step us. Классно, сегодня в галерее поиграли в автоматы. Я хотел этим поделиться весь вечер. У вас так классно. Блядь, ну ебаный насрал. Ну, тесно, блядь, даже мне попрыгать негде. На сцену, да, на прыгать. Нет, блядь, тут ну, будут жертвы. Вот, Белкин, как тебя чувствуешь? Нормально? Очень хуёво, спасибо. Поехали. Я по старинной рэкской традиции перед концертом в Питер простудился вдрызг. Температура горла. Но все равно, ебать, все в рот. Рок. Значит, эту, так сказать, композицию... А в каком строе мы играем, кстати? А, в другом. Эй, класс, Глеб, продолжай. А, Вова, да, ты же все играешь. Давай, теперь ты расскажи что-нибудь. Про игровые автоматы, там, голубцы с говном, что угодно, давай. Я бы на самом деле рассказал вам какую-нибудь историю из поезда сюда, но я сейчас перебираю все, что мы сказали за вечер, ночь, глубокую ночь, 5 утра, утро, 9 утра, и вот, и, блин, это все настолько плохо, что я даже вам это стесняюсь сказать. Глеб, ты помнишь что-нибудь нормальное оттуда? Не, ну, как бы... Там блины были, вот, Игорь, не надо. Ну, вы благодаря мне, Сири, знаете, что яйца называются гонады. Да. Так это знал, да? Скажи слово «гонады». Там микрофон, давай. Гонады, Белки. Не надо вот этого. Угар. Значит, наша следующая песня, короче. Там, блядь, на задних партах вообще такой пиздеж оживленный, вообще срать на концерт, блядь. Да, ща, ну вот, блядь, я тоже так умею, не надо. Значит, наша следующая композиция, так сказать, тоже не очень как бы новая, но она как бы новая, потому что мы ее перехуярили нафиг. Надеемся, вам понравится, как мы ее переделали, потому что, опять же, мы записали и такие, что-то ну какое-то говно, блядь, вот, что-то не то, блядь. Ну, знаешь, самое хуевое, что может быть, это когда ты, типа, въебываешь песню, там, человека часы, там, десятки часов сидишь на студии, потом слушаешь, вы заебали пиздить, реально. Вот, а потом такой слушаешь, блядь, это же не то, что мы хотели сказать. Вообще, вот, вообще ни разу не то, вот, да? Да. Посчитай, теперь, пожалуйста, Вадик, мы сейчас попробуем сказать, что мы хотели сказать. Kill by you end up there. One way or the other.
stay up all night, praying dinosaurs will never be forgiven. Down shovels in your hands, bury your little brother. Just kill the kills in the ends of death, one way or the other. It's a rot you can't get up. When once was a man, you live as you could, now you're dying again. Bullet to your head, sticking by your mother. And kill all the kill, now you're in jail, one way or the other. No matter what, you will end up dead. I hate you, the war is down there. Ребята, у меня большая просьба. Я знаю, что все колбасится вся хуйня, но сейчас при выпрыгивании на сцену вы мне просто выхуяли гитару. Вот. Чисто вот конкретно. Видите лампочки, блядь, stay the fuck away, потому что иначе тогда музыки не будет. Если вы мне расхуярите педалборд, я смогу как-то... Вот только это, блядь. Я и без педалей же не умею, только с педалями. Следующая, значит, часть сет-листа, блядь, я сейчас ее помну сюда, чтобы народ как бы не спойлерился ничего, блядь. Хотя всем водители московские, сет-листы, в общем-то, похуй, да насрать, угорите все равно. Значит, наша секция для олдфагов, мы ее так называем. Те, кто приходил сюда, когда здесь было, блядь, 10 человек, включая всех замечательных сотрудников фишки. Вот, для этого мне надо опять перенастроить гитару, блядь, как это заебало, боже мой. Да, давай все песни в одном строе играть и на нулях, знаешь, как... А у нас же есть такая песня, класс, класс. Да, есть такая, знаешь. Да, вот охуенно было бы, да? Вот, видишь, людям нравится, все, понял. Переформатируемся, падает вертолет, и все дружно орут. Вот. Нахуй это сделал. Готовы ли вы? Да! Готовы ли вы? Да! Я нихуя не готов, блядь, подожди. Ой, блядь. Куда помада так красится, просто нет, мальчишки, девчонки. Ой, ужас. Готов? Поехали, ёпта. Поехали.
Считай, как будешь готов. Они живыми отсюда не уйдут у нас сегодня. I can see the kind of noise in my head. Time you come in every
спасибо. Мы, кстати, тоже тут 1000 лет не играли. Я сейчас как такой, знаешь, такой пенсионер. Вы еще помните эту песню, охуеть. Вот. Че осталось-то, ёпты? По-моему, это кто-то ел. По-моему, это кто-то ел, Глеб. Да? Дед доел. Если кто-то смотрел стримы с поезда, Глеб так и не вспомнил копипасту про деда. Так что после концерта можете вот ему прийти и рассказать. Он хотел... Но песня будет сейчас звучать не это. Вот напрягся, смотри. Now we're gonna give you up. Да. Викро, блядь. Я просто поугадарил по гитаре, можно. Хуйня, нормально, давайте. Молодцы. А теперь давай дадим им повод так сделать, окей? Считайте, пожалуйста. Ну как репетировали, давайте. Distract.
Спасибо. Как же меня прет этот рефак. Прям класс. Может, ее еще раз сыграем? Не, не будем. Нет. А, ладно, класс. Окей. Окей, хорошо. Я вижу твое лицо. Нет, не похуй, блядь. Я сейчас упаду. Пододвинь бочку, брат. Да уже похуй, мне нормально, блядь. Упирается как бы в жопу что-то такое. Длин, продолговатый, твердый. Я такой, Вадим? Ничего себе. Так. Да вообще, да я знаю, господи, что по-вашему макияж там. Потому что можно. Не, ну я перед тем, как здесь поиск, конечно же, его смою, потому что пиздюлица так тупо тоже как. Че, музыкан, блядь, че накрашенный, блядь, че пидор, что ли? А че по-английски поешь? Стесняться, конечно, не надо, а пиздюлица тоже неохота. Поехали, блядь. Че, ебать, именно это делать? Я надеюсь, да.
Спасибо, Питер, это было охуенно. Ну, блядь, похлопайте еще минуту, а то как-то странно. И по аплодисментам мы съебываем, не рушите драматургию. Давайте, ребят, быстрее, съебываем, быстрее. Лучший концерт, блядь! Все живы? Нет! Нет! Или кто-то умер? Все нахуй! Я умер! Бля, вот в пятницу был в Москве, там была полная хуйня по сравнению с Питером, полная хуйня! Санкт-Петербург!